И вообще, вот чувство, когда смотришь на Славу, на Комиссаренко, на Белого, на Ромаху, на пацанов, которые сейчас пытаются двигать, не злоба того же в Штатах. Да-да-да, ну и просто по некоторым скучаешь, Крусь. Если не злоба, мы никогда близко не общались, сейчас только как раз, когда я летал в Америку, мы виделись. А так, мы с ним нет такой же бесконечной переписки, mm-hmm. что-то еще такого. А Славка — это прям друг mm-hmm. Ромаха. Ромаха чуть реже общались, но потому что мы просто могли видеться где-то на улице. Тоже там переписываемся, спрашиваю, как дела. То есть очень всегда приятно пообщаться. И грустно, скучно. И грустно, что время такое блядское. И грустно, что вот так все закончилось.